Сегодня мы спросили красноярцев, как они собираются провести эти длинные выходные. Спрашивали и молодежь, и людей пожилого возраста. И те, и другие, как выяснилось, понимают серьезные ситуации, думают о своем здоровье и здоровье окружающих. Вот что говорят на улицах. У меня ремонт. Буду заниматься ремонтом. Лучше находиться в изоляции, это будет безопаснее для вас, для общества. И чем быстрее пройдет это время, тем быстрее восстановится наша нормальная жизнь. Гулять с людьми, с которыми ты живешь дома. То есть поменьше общения. Генеральную уборку сделаем. Готовить вкусненькое будем. И вообще отдыхать будем. Мы вообще покупаем продукты на неделю. Не тратить времени каждый день ходить в магазин. Поэтому на неделю мы купили мясо, рыбу, овощи. Вполне достаточно. Я не буду выходить. Мужа отправлю в магазин за хлебом максимум. Будем играть. У меня настольные игры тоже есть. Ну, только тогда друзей нужно звать, если играть. А друзей звать тоже нельзя. Поэтому я еще вот... А, мы будем еще смотреть фильмы.